Femeilor le place eleganța, le place strălucirea și ce te ajută mai mult să fii elegantă decât o rochie de seară? În Chișinău s-a deschis un nou magazin pentru doamnele și domnișoarele noastre elegante. Se apropie cea mai gingașă sărbătoare, Ziua Femeii. Toți bărbații sunt în căutarea cadoului perfect pentru fiecare dintre femeile din viața lor. Am hotărât să vă ajutăm cu câteva sugestii, fiind prezenți la deschiderea unui nou magazin cu rochii de gală al unui brand deja foarte cunoscut. De 9 ani, acest brand înseamnă feminitate la superlativ și exprimă splendoarea sexului frumos. Я креативный директор, я создательница этого бренда. 9 лет тому назад мы решили создать этот бренд. Очень близкое для меня название «Vero» – это настоящий, на итальянском «истинный». И первые две буквы – это имена моих дочерей – Дарина и Инна. Героиня всех моих платьев – это молдавская женщина. Мы даже шутим среди своего коллектива, что мы хотим поставить памятник женщине. Да, потому что наши клиентки – это особенные женщины, они умеют хорошо работать, красиво одеваться, веселиться и воспитывать детей, ухаживать за своими мужьями и быть вообще удивительно красивыми. Каждая ее новая коллекция отличается какой-то изюминкой интересной. Вдруг появляются какие-то этнические ноты, но это не навязчивая этнотема, а, опять же, изысканная роскошь с напоминанием о земле, в которой мы живем. Chiar și cele mai pretențioase domnișoare ar putea renunța la rochiile firmelor internaționale bine cunoscute și să-și umple garderoba cu rochii din prezentarea pe care am văzut-o noi la acest eveniment. Для своих коллекций в этом году весна-лето я выбираю нежные тона. Это бледно-розовый, персиковый, ментоловый. Ну и, конечно, никогда не отказываюсь от ярких уже в каких-то других коллекциях. То есть у меня нет одной линии, у меня 4 линии платьев, и каждая линия, она отличается и по цветовой гамме, и по назначению, и каждая линия имеет свою цветовую колористику. Как вы думаете, платья от Divero, они для всех женщин или все-таки нет? Вот как раз платье от Divero для всех женщин. Вот это могу сказать абсолютно точно, потому что у Наташи в коллекциях представлены настолько разные вещи, когда это и коктейльные платья, безумно роскошные, слегка легкомысленные, но это понятно, это для молодых. У каждого бренда свой стиль, каждый использует свои материалы, но то, что я сегодня увидела, мне понравилось и впечатлило. Фетеле ностре сон челе май фрумоасе и челе май... cele mai cochete și cele mai îngrijite, cele mai aranjate și respectiv normal că e nevoie de un magazin de asta și pentru noi fete. Я только сейчас узнала, что все делается руками, вышивается, поэтому это дорогого стоит и дорогое удовольствие. И я еще очень люблю гипюр. У меня на самом деле очень много гипюровых платьев. И сегодня была представлена именно коллекция гипюровых платьев. Când îmbrac aceste rochi, deci mă simt atât de sexy. Așa că încercați și voi, nu veți regreta.